Здарова, дорогие мои, с вами Касида Юрич Топкин. Вместе с Петровичем у нас сегодня спуски без тормозов с огромной дуги. Салам, народ. Что ж, друзья, будем непосредственно проверять машины по тому, как они едут по накату. Это именно то самое шоу. Тачки достаем мы с помощью рандома, ребята, разгоняемся по дуге и на стрелках отпускаем газ, после чего машины тормозят самостоятельно. Чем дальше добираемся, тем лучше, ребята. Самые вкусные баллы — это гол вон в те ворота, которые находятся прям буквально вот, ребята, если смотреть вот отсюда, где я, то кончается все это дело где-то вот здесь. То есть буквально поперек мы всю карту проезжаем. Что ж, давай достанем по первой тачке. Ребята, лайк, комментарий, как говорится, завозите. Ох ты, ёптыш, вот это мне упало просто. Это просто тачка года. Нормально, еще и тачка, которая по накату поедет для Петровича, и уедет она, кстати, неплохо. Так, ну я что-то такого не ожидал. Начало слишком жестко. Так, это что за запаска ржавая, я не понял. Это типа какой-то чехол, что ли? Непонятно, как это выглядит. Обычно они вроде как без чехлов. Так, слушай, типа 655 на стрелках, даже меньше будет, 640. Так, ну ты очень, очень быстро доедешь, да. 1200, охренеть. Улетел просто в точку, ребята. И, возможно, кстати, это будет гол в ворота. Так, слушай, а по накату восьмерочка едет неплохо? Думаешь, не будет? Гол в ворота не будет, нет. Но все равно едешь очень хорошо. А у меня 65, на удивление, на этом ведре. Я проезжаю, у меня 400 в запасе. Ну, так-то в целом неплохо. Смотрите, ребят, то есть вот я лечу сейчас на максимальном ускорении, да, вот в полете. И, в общем-то, вот эту вот трассу машины самостоятельно могут проехать до конца сами. Так, 200 я вот пролетел, вот я тебя догнал. 260. Ну, нет, 300, там, наверное, будет. Ну, 300 будет, но гола не будет. Ну слушай, это все равно очень неплохо, это даже офигеть, какие хорошие баллы. Но все равно 285 это жир. То есть мне, ребята, нужно отыграть 220 баллов. Вот так, вот начало. Это не совсем круто, тем более у меня две машины на спаун, я, ребята, хуже проехал, чем Петрович. У меня стандартный, у тебя, возможно, этот... Skyline. Да, это Skyline, возможно, хотел сказать. Так, Knuckles нормальный, но, блин. Мне придется брать его, но это плохо. Я его могу, конечно, прокачать, чтобы он нормальный стал. Да, Пежо вижу, Скай такой себе, гелик 50-50, но в любом случае, ребята, гелики неплохие. У меня очень хороший, ребята, автомобиль, у него лютый зацеп. Да, и по накату, к сожалению, он тоже, я так понимаю, далеко, да ёб твою... Просто всю дорогу не дает мне проехать. Короче, по накату, я думаю, он далеко не уедет, хоть он и быстрый. Я слева еще еду. А я вообще не еду пока. Какие 900? Ты чё? Какая 1000? Это овер до хера. 1010. Это овер до хера? А, слушай, а у меня максималки нету на нем. Понимаю. Он еще и беззвучный. 550, это откровенно фуфло, при этом под капотом здесь очень много. Да. Мне не нравится начало. Ну, тебе с геликом повезло. Гелик по накату, ребята, едет. У нас, ну, большинство геликов хорошие. Но все равно пушка. Чем бить, не знаю пока. С такими тачками, ребят, далеко не уедем. Так, 60 у меня. Так. 180 это уже много. Это еще 120 сверху, это уже 340. 345 баллов отыграть мне нужно, ребята. Это жестко. Так, мистер Рандом, я, конечно, все понимаю, но так дело не пойдет. РС-ка 3-6, 50-50. А вот Вайпер, кстати, не тот вроде как. Но он при этом быстрый. Я, наверное, его возьму, потому что шестерка Viper откровенно хуже. Да, Dodge Viper у меня упал. Так, у тебя какая-то максимально дрявая машина, наверное, удалять ее надо будет. Она, скорее всего, не чинится. Так. Ну, плюс-минус, возможно, и по накату поедет, но это не точно. Так, дальше. Еще и Брабус, тем более. Ну ты любишь большие тачки. Ну, большой гелик, ребята, считается, но брать его откровенно смысла нету. Так, и последняя машина. Какая же будет? Нобля. Ну, плюс-минус, кстати, средняк тачка. Лучше, чем гелик. Там 140 под капотом. Ну, гелик по накату может ехать, есть у нас такие, а вот Нобля, она чисто стандартная тачка. По поводу Вайпера ничего, ребят, не скажу, это не тот самый Вайпер, который 400 может взять, но надеюсь, будет хотя бы быстро. 700. Это лучшая моя тачка сегодня. 730, все, максимально. 880 было у меня, скорость очень быстро, кстати, падает вниз. А, у меня тоже. Ну, Нобля дальше 60, наверное, 300, не уедет. Прикинь. Серьезно? Да. Ну, она такая 55 себе. 55 проезжаю, 200.
А. Чего? 70. Не, ну ты хорошо проехал. 75 или как? Мне казалось, она до туда не доедет, но тем не менее. И все. Короче, у меня 140, 70 баллов, 75 даже я отыграл. Итого мне еще где-то 250 надо, да? Ну, такое. Хотя бы победа, уже хорошо. Так, ладно, ребята, продолжаем. Наконец-то три машины у меня. Форд неплохо, но не то. Да. О-о-о. И вот так Дайтона еще. Так, у тебя это, кстати, считалось, тачка? Это стандарт был. А, ну окей. Блин, а этот хорошо тоже, но это не то. Ладно, я Кёнигсик возьму, и Кёнигсик все-таки быстрый, Мазерат и Хандай оба так себе автомобили, я думаю. Не знаю, что лучше. Хандай 180 под капотом. Так, ну у меня типа под капотом дофига, но этому Кёнигсику, ребята, я не доверяю. Даже какой-нибудь... Возможно. Но это этот, Генезис. Ну, Генезис может быть хороший. У нас есть хорошие. 863. Ну, не то, что я ожидал от этой машины. Ну, хорошо, что 670, всё. Потому что если бы Генезис был тот, он бы 1000 плюс поехал. Ну, были у меня такие скорости. Так, ну, у меня откровенно тачек, ребята, пока которые по накату едут, не было. То есть, типа, я опять сейчас возьму даже хуже, чем в прошлом раунде. Там 120 в лучшем случае. Сколько у тебя? Еще качусь. 65. Так, 115. Все, 65. 65 у тебя. Ну, типа, еще 50 баллов в карман, еще где-то 200 отыграть надо. Ну, что-то у нас математика какая-то неправильная. Так, ладно, ребята, продолжаем. Следующий раунд. Три машины у меня, но качество нужно, качество. Так, Audi такое себе, и Mercedes, наверное, такое себе. Так, что за? А, кстати, у меня, возможно, та самая. Я испытаю удачу. Если честно, я точно не знаю. Винена плюс-минус, у нас одна Винена хорошая, это этот, но Алиэкспресс, это да, но, ну, Виненчики не выделялись особо по накату никогда. Мне если повезет, это та самая 8, если да, то это будет неплохо. Но это лучшая моя тачка сегодня, как минимум. 1030. Ну, хотя... 670. Скорость откровенно быстро тоже теряется. Так, ну, напомню, ребята, я все равно отстаю. 200 баллов нужно отыграть. Вот это А8, возможно, сейчас, ну, сейчас поможет забьешь, это сделать. Не, надо будет 200 баллов отыграть. Не, ворота она не доедет. Но, может быть, как ты в первом раунде. Я надеюсь, как минимум, 50. Что как... 50? 60. 60. 200 я проезжаю, 140 я отыграл. И, на самом деле, я максимум, может, 220 возьму. Типа, она хорошая, но не настолько, чтобы ехать далеко. Нифига тебе, там места мало, ты смотри, широкий какой у тебя плечо, да, из машины вылазит. 215 у меня. Ну, я большего ожидал, но в любом случае это моя лучшая тачка сегодня, такое. Так, ладно, то есть где-то еще около соточки надо отыграть, и я все равно достану следующие тачки, потому что вдруг что-то хорошее. У тебя, кстати, возможно, чит, но чит. Так, и у меня, возможно, чит. Да, у меня чит. Блин, слушай, я, если честно, прям хз, потому что вот это тоже как бы пушка. И вот эта пушка. Пушка-чушка. Ладно, я не буду брать чит, ребята, я возьму Драгстер, я ему больше доверяю, потому что я его знаю, давайте мы его прокачаем. Он, я еще... Ну да, он очень быстрый. Короче, ладно, поехали. Сейчас по дороге, если время будет, настрою я его, чтобы он был нормальный. Его можно починить. У тебя, кстати, очень быстрая акула, но максималки, да, вроде как, знаю, у нее нету. Насколько я помню. Не, я знаю, что она не летает. Я как культурно это сказать? Выпил я. Выпилился, понимаю. Так, ну, типа, Драгстер 1070. У тебя-то по скорости тоже максималка, наверное, хорошая будет. Мне кажется, остановится быстро. Там сыпуха, потому что прям лютая. Сейчас скажу, сколько на стрелках. 1080. 1080, неплохо. А что по накату? Не, теряет быстро. Ну, она такая, да, то есть она быстренькая. Очень хорошая в управлении, типа где-нибудь там шашки устраивать. Но вот по накату, не знаю. Кстати, я до конца не доеду. Я вот еду и думаю, а может быть, чуть бы лучше? Ну, я по накатику-то еду хорошо. То есть у меня 240 баллов, и скорость сейчас, ребята, вот в конце очень медленно падает. То есть я думаю, если повезет, 300 возьмет. 50... Ты уже остановился? 55. 155. Ну, очень хорошо, все равно.
Я чисто чилю пока. В лучшем случае, ребята, я плюс-минус в ноль сравняю сейчас. Типа, чтобы ты понимал, я на скорости где-то 250 км в час проехал последние, ну, 100, наверное. То есть она не такая быстрая сама по себе, но по накатчику херачит. Там, кстати, смотри, ты у тебя в ногах... банки в ногах. Похоже. Так, 305. Да, да, тоже заметил. Обратил внимание. Вредно, вредно, согласен. Я курю. А я нет. Я бросил. Понимаю, в этом весь Петрович. 310 баллов, ребята, у меня. И типа это неплохо. Ты отыграл. Так, ладно, ребята, если не забуду, Петровича вырежу. Подрежу немножко там. Так, 219, 163 и Фрайлайн 170. Короче, не доверяю никому, возьму Мерсик. Мерсик на самом деле тоже такой себе. Подрезать хотел. Короче, не знаю, что за MG. Есть у нас хороший один, который высоту даже 800 почти брал, но это не он. Не знаю, едет это. Ну, кстати, Форды у нас плюс-минус по накату вроде едут некоторые. Ну, старенькие мунки машины едут. Ой, у меня вообще говно. И зачем у тебя 219 под капотом, слышь? 600 на стрелках, надо даже меньше. Ну, я тебе обрадую, у меня 610. Ага, значит, не то. Но я еду, по-моему, лучше. У меня вообще полное фуфло, то есть откровенно медленно. Откровенно медленно. Так, 55. Ну да, ты по накатику пободрее едешь. Ну, типа, я не ожидал того, тоже как падает. Кота в мешке такого. Ну, ну походу, ты дальше сейчас... будешь. Нет, все, да я приехал. 60, нет? Нет, я остановился. Вот буквально, ребята, разница метров 30. Ну, ладно, что, 5 баллов тебе. Такое тоже бывает, рандом дело. Ой, жесткое. Так, стоп, у меня две машины. У тебя, кстати, GMC-шка только что была. Это Бэха. Та GMC-ха была, да. То, что это чит, я знаю. То кто вот это? Да, у тебя еще одна. Ах ты ж твою. Майбах. Так, ну, это давай пули, попробуем. А чё у меня колеса разные? Это нормально? Я больше BMW доверюсь. Посмотри вообще, это нормально вообще, нет? Почему ты кривой стоишь? Да, я чё говорю, колеса разные. Типа слева как будто там, не знаю, 20-й радиус, а справа 16-й. Да-да-да, походу. Банан. Хоть это, ребята, и чит, но это фуфло, чит полный. На, я помню его. Говнище знатное. Он еще едет как будто по кочкам, хотя дорога прямая. Ну слушай, он хотя бы 1040 разогнал. Хоть что-то. Ну, я тебе скажу, что у меня BMW тоже по накату чуть-чуть едет. Ну у тебя хороший бэх, 850 вроде. Неплохо. Блин, ну, слушай, а он скорость-то херово теряет, я возможно до конца даю. Ну его трясет вообще, как будто с пацанами просто через поле решили в кабак поехать. Срезать. Да вообще ее трясет. Явно колеса не родные. Так. Ну, конечно, такое. Ну я плюс-минус неплохо еду. Подъезжаю ко вторым стрелкам. Вторые стрелки это 100 где-то. 95. Так, слушай, я 300 уже еду на этой херне, прыгай в тачку. Офигенно будет смотреться. Прям ты вообще тарантай такой. Чисто пацаны, не знаю, в деревне где-то забрали тачку у деда и заколхозили. Спутник. Спутник чего? Не знаю, ты спутник. Идиотизм, чего спутник? Ну, кстати, кабриолет неплохо. Колеса видишь, что у него восьмерка едет? Да я что и говорю, они вообще какие-то непонятные. 345, ребята, 45. Баллов, это неплохо, это плюс-минус... Считай, отыграл. Да, скорее всего, я отыгрался, и впереди последний раунд. Но такое чудо, ребята, нам не надо, если чит, то уж полноценный. Ну, возможно. Бугатти, да. Что-то интересное, это диво, так хорошо. Так, у меня Бэха плюс-минус, Фера, наверное, неинтересная. Так, Воксхолл... 190 под капотом. Тоже неинтересно. Ну, не знаю, Бэха, типа, у нас есть такая радиоуправляемая F10 маленькая. То есть, ну, я думаю, мы одинаково поедем, хотя Бугатти Дива у нас тоже несколько штук. И лучшие белые. Это какая-то, да, вот. У меня даже побыстрее немножко у Бэхи. Он, кстати, беззвучный, чё? Охереть, у него спойлер вылез. Насколько просто... Ну, это, наверное, нормально. Можно просто ставить крыловое в атаку и... Понимаю. У меня, короче, 908 разогнала Бэха, но скорость теряется быстро. Что я сделаю? Ну, я очень быстро теряю скорость. Не, мне вот Дива, кстати, нравится на вид вообще. Бомбовая. Ну, Дива неплохая. Еще Мистраль прикольная. Новенькая, последняя, которая. Не любитель гиперкаров такого просто. Мне Кёнигсеги нравится. Дива мне нравится. Ну, Кёнигсек тоже, смотря какой мне, CCX или Агера R нравится. Ну, вот у меня Агерки нравится и Ригера нравится.
Так, слушай, я 200 Первый. Проезжаю максимально. Одна передача. Беззвучная. Одна, но сразу на 500, да? Да, у нее одна передача, у нее коробка. У нее по... Короче, на каждое колесо стоит по электродвигателю по 500 лошадей. А, ну да, я такое видел. Ну, в принципе, ремак такой же. Так, 230. Ну, слушай, по накатику едет. То есть она не особо быстрая. Ну, чисто Катя, слушай, скорость вообще не теряется. Ты вперед уже ушел, намного. Ну, скорее всего, да. Что ж, ребята, вот такая серия у нас сегодня получается. Машины интересные были. Вполне неплохо, но было жестко. В начале особенно. Ты кому там? Большой брат все видит, типа ты про это. 245 баллов у меня, ребята. Записываемся на счет. Баллы видите на экране. Придет. Ну, может он быть. Бумагу принесет. Понимаю. Всем пока, ребята. Пока, народ.